Что это такое? Звуки у зомби маленько поменены. Сейчас полицайку еще посмотрим и пойдем поближе к трейдеру. Ну типа на ПВЕ надо, но трейдер. Военка переделанная. Я, конечно, параноик, но что-то, по-моему, в мое ухо был выстрел, нет? Кто стрелял? Тачка чья-то. Типа кто-то лутает? Это он типа сигнал подал, типа я лутаю, уйди отсюда? Не, с нами так не работает, дядь. Так а я не вижу никого. Просто знаешь еще вопрос, а ботов нет случайно? О, блядь, подожди, подожди. Ну, если у чувака ник не бум-бот, то это, получается, был бот. Значит, все-таки стрелял бот, что ли? Кстати, да, уже, блядь, черта 3000 пройдена. Я сидел, вспоминал, и вроде бы, если я не ошибаюсь, я, типа, ни в одну игру не наиграл больше 3000. Ну, даже 3000. Типа, Days — это первая игра, по-моему, в жизни моей. Что за ангар? Опа. Это человек или бот? Hello. Ну-ка, когда к игроку подходишь, ник видно? О, видно. Вон ту херню надо посмотреть, что это такое. Требуется соответствующая карта доступа. А где найти эту карту, интересно? Там было написано то, что типа после того, как открываешь эти комнаты, появляются какие-то... Кто-то, короче, появляется. Я так думаю, может, мутанты какие-то или еще какая-то дичь. Типа просто забраться сюда, их и отстрелять, и все, что ли? Ну, пофигу, побежали, посмотрим, что вот это такое, что вот это такое. Или по классике, нужна тачка. Так, а туда я что хотел побежать? Какой-то фок фейер маркет. Блять, что это значит? Барахолка какая-то. Может, стоянка, блять, а не барахолка. А, я понял. У них, короче, ну, иностранцы любят такую фигню, когда типа ярмарок они устраивают. Я хрен знает, как это выглядит на практике, но на одном сервере я такое видел. Они как раз с аукциона продавали машины, типа, как на штрафстоянку. Но и ты мог прибежать и посмотреть, типа, в момент аукциона, что будет, типа, на продаже. Ну, это админы занимались, то есть там прямо такой, типа, как РП отыгрывали. То есть ты прям прибегаешь туда и прям там торгуешь. А что за прикол? Почему все на бэках? Типа самая доступная тачка? Не понял, что за надписи? Телепортироваться можно, типа? Я хочу попить. Вот эту хрень как контролировать, я не знаю. Типа АБС-ку крашит, когда в торговцев заходишь. Я причем это не сразу замечаю. Непонятная херь. Угу, интересно. Лисы, тигры, львы. Интересно, но фигня.
Это что это он такое хотел здесь построить? Арт-объект какой-то. Я думал, здесь торговец стоит, а здесь херня. Мне админ подножку поставил, что ли? Так. Я думал, это прям полноценный B2B трейдер. А это РПшная, так скажем. Приятный звук такой. Тутум, тутум. В смысле, как-то два глушителя? Это как так? Интересно, девки пляшут. Двойной глушитель получился. Чего он говорит? Sorry, man, I don't know. Sorry. No, you good, you new? Да не понимаю я, мужик. Sorry. Покормим беднягу, может он есть хочет, что-то кивает вроде. Вроде что надо. Торговля пошла. Scar is the best gun. Scar is the best starting gun you can have. Okay. Scar. Thank you. What I use. Especially the one with the Winchester ammo. Good gun. Okay. One shot zombies. Good luck, man. Good luck to you too. Блять, не убежал. Вот он, блядь. Ебеется. Сердце перестало. Они не стакаются, да? А трейдер покупает только целые куски, по-моему. Но при этом они не стакаются. И что делать? Ну, по 2500. Ну, ладно. А мясо он вообще не... А, берет по 500. Подожди. Купит? Жир не покупает. Ну ладно. Кто-то на микроавтобусе едет. Поставка шкур. Все хорошо, короче. Все окей. No, thank you. Все хотят помочь. Мы просто хотим бэху. Не надо нам медицин никакую. Да? У меня осталось 40 тысяч до бэхи. Поеду кататься. Аля, ты какая ля-ля. Hello. Вон чел бегал, да. Чел там бегал. Ты, наверное, не обратил внимания, что у нас сегодня ПВЕ. Ну и все, пойдем попробуем купить бэху уже. Что мы тут, блядь? Сестри,
4000, да, получается? Сейчас пойдем медведя, может, найдем опять на этом месте. Как новый сервак? Да, вон, блядь, никак. Чисто лайтовая такая ПВЕ фармилка. Go на Freeland Hard. Ну, это все русские. Русские, нет. Тем более Hard. Это же все уже, мы же уже все это знаем, дед. Ну, типа, вода мокрая. Че тут мусолить? Типа, какой смысл идти на русский сервер, если все, что они могут сделать хардкорного, это просто, блядь, x5 урезать все, и все. Хардкорность на этом закончилась. Да видишь, ну, вот такие сервера идти, тем более русские, где нихуя, они ничего нигде не пишут и не описывают, дабы не нарушить атмосферу игры и не заспойлерить тебе ничего. То есть, блядь, мы нахуй вертим сейчас на сервере, а ты сам нахуй догадывайся, чего там. Да, блядь, дед, ну, мы же все это знаем уже. На такие сервера только с провода... сопровождающим. Что мне заклинило, блядь? Ну, типа, чтобы со мной чувак бегал рядом и рассказывал. Тут можно руки мыть, тут можно это, все, то, право, лево, блядь. Кто-то. И также проверяют каждый труп. А в зомби здесь вообще ни хера нет. Ладно, что я налутал 4000-то или сколько там надо? На сайт с описанием. Да, блядь, дед, нет. Вот смотри, специально для тебя. Окей, дублирую. Вот мы вначале выбрали, выбрал я, так скажем, два критерия, по которым мы будем выбирать сервер. Видно? Без очков. Видно? Все. Buddy, you need a ride. Up in. Back door, there you go. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome, buddy. Спасибо. Так, кто мне расскажет, кто подскажет, где его искать, где... А, все понял, распаковать просто. Окей. Let's go. Родная, бля. Снова с нами, но. Дорогу покажешь, дед? Бодрит, блядь. Не, за добро добром надо платить. Да. Трейдер, такси, окей? Let's go. Спасибо. Пожалуйста. Бля, они уже знают, что русские тут, нахуй. Русские здесь. Ой, годы идут. А опыт, блядь, не пропьешь, нахуй. Просто я когда читал, там в отеле должен быть крафтовый стол и еще какая-то херня. Может, у нас получится посмотреть, что там вообще такое есть. Что это такое? Типа вот такие номера. И это все комнатки, 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 да? Нормально. О, дискотека.
Привет. Мне так кажется, если бы она работала, звук должен был задвоиться, да? Не работает на меня. Поехали на ВМС на эту, посмотрим, что там есть. Стоп. Present to you. Thanks. Good luck. Thank you. Thank you. Ой, бля, почему мне так смешно? Thank you. Я не знаю, дед сказал, на кресты едем, на кресты. Тут даже зомби куда-то делись. Почти. Тоже было бы нормально. Вертолет бэхой хлопнуть. Хлопцы, а что здесь горело? Скинь в ДС ссылку на рейтинг. Какой рейтинг? Дед опять, блядь, таблетки не выпил. Ты говорил про второе место, где ты его смотрел. Ну, дед, ну ты чё, блядь? Ну ты в натуре... Ты в натуре дед, блядь. Открываем браузер. Открываем Battle Metrics. Выбираем сервера. Выбираем игра Days. Спускаемся. И вот он, седьмое место. Вот он рейтинг. Рейтинг, рейтинг. Рейтинг учитывает много, как сказать, факторов, показателей. Вот этих вот, так скажем. Онлайн, сколько часов, так далее. Тудым-сюдым. Ферштейн. Ферштейн. Хотел кадр заснять, не вышло. Что, все-таки в воду уехала? А как проверить? Походу, да. Мужики, блядь, где моя машина? Наверное, в воду уехала. Ой, блядь, что я докару? Да где ее искать теперь? Ну, типа, мы же никак не сможем посмотреть в воде ее. Я почему-то, видишь, был на берегу. Как будто в момент рестарта, типа, ее щук. Вон она стоит, я вижу ее. Я ее нашел. Вон она. Запишите, пожалуйста, в мой список еще одну BMW.